Привет, меня зовут Елена. В этом видео я хочу сделать небольшой обзор продукции компании Faberlic, которой пользуюсь сама. Начать свой обзор хочу с тонального крема. Это DD крем, его я выбрала для себя, потому как он выравнивает цвет лица, заполняет мелкие морщинки, мне это нужно сейчас уже в моем возрасте, и увлажняет и питает кожу. А еще для себя я нашла вот такой крем. В каталоге о нем написано, что он визуально устраняет несовершенства и создает иллюзию абсолютно гладкой кожи. И это действительно так. У него очень легкая текстура, ощущения маски нет никакой стянутости кожи. Кожа дышит. На мой взгляд, очень хорошая альтернатива тональному крему. А для кожи лица я использую серию кремов Oxyology. Ночной крем, дневной крем и крем для кожи вокруг глаз. Всем советую, тем более, что вот эти крема достались мне в подарок от компании Faberlic за заказ. Еще для лица мне бы хотелось порекомендовать маски. Не видела ни одной маски лучше, чем в компании Faberlic. Вот такая маска с экстрактом граната, с лифтинг-эффектом, устраняет мелкие морщинки. И это действительно так проверено. И для увлажнения маска с экстрактом лотоса. Это маски тканевые, но есть еще маски с кремовой основой, совсем дешевые, по 19 рублей в любом каталоге можно заказать вот такие масочки, которые очень хорошо увлажняют кожу, особенно если она у вас пересушена. А для очищения я бы рекомендовала вот такую пенку. Конечно, цена не очень дешевая в каталоге, но оно того стоит, поверьте моему опыту. Я пользовалась многими средствами, и мне кажется, вот это наилучшее. Во-первых, очень приятный запах. Во-вторых, абсолютно не щипит глаза, когда попадает. И для меня это очень важно, иначе потом глаза становятся красные-красные. Ну и в-третьих, довольно-таки много, здесь 175 мл. Также для себя нашла в компании вот такую хорошую вещь. Это витамины, которые, допустим, вот здесь у меня для очищения, а здесь для ускорения метаболизма. Принимаю, чувствую себя замечательно, рекомендую для покупки. Еще есть вот такая помада. Конечно, сразу не поверилась, что это помада для похудения. Но, тем не менее, это так. Намажешь губы, аппетит отбивает практически полностью. Целый день хожу, забываю, что не поела еще. Также в каталоге представлен лак для губ. Вот такого формата. При покрытии действительно как будто лак. Очень глянцево, очень красиво, ярко. Но здесь вот он коричневого цвета, потому как, наверное, по мне вы уже догадались, что мой любимый цвет коричневый. Еще все коричневые оттенки, вернее. Еще вот такая помада. Ну, она у меня тоже коричневого оттенка. Ложится великолепно. Держится, 8 часов совершенно точно. Тоже рекомендую к покупке. А сейчас самое интересное. Это подводка для глаз. Во-первых, она разных цветов. Можно заказать любого цвета абсолютно. Мне больше всего понравилась черная, естественно, потому как я частенько подвожусь именно черным цветом. Еще у меня здесь золотая. Очень удобная кисточка. Тоненький-тоненький стебелечек, которым можно сделать любую стрелочку. Также хочу показать подводку немножечко другого формата. Вот эта подводка нравится мне больше всех, потому что она представляет из себя фломастер с тоненьким стерженьком, которым очень удобно подводить глаза в любом месте. Можно сделать smokey eyes, в общем, все что угодно, любые стрелки, которые вы захотите. И еще есть подводочка у меня вот такого формата. Это просто карандаш фиолетового цвета, это мой любимый цвет. Вот, иногда я им тоже пользуюсь. Мне очень нравится. Так,
А вот хочу познакомить вас с тушью, которая более всего мне понравилась в компании Faberlic. Значит, одна из них подкручивает ресницы очень хорошо, а другая имеет push-up эффект, то есть реснички становятся пушистые, а объем увеличивает. И это действительно так. Попробуйте, я думаю, вы не пожалеете, останетесь довольны. Чуть не забыла о бровях. Самый лучший карандашик, на мой взгляд, конечно, это вот этот. Во-первых, у него щеточка на конце, которой можно расчесать брови и придать им нужную форму. А во-вторых, непосредственно сам карандашик очень тоненький, цвета такого, который нужно. Ну, вы можете там выбрать цвет для себя. И он рисует тоненькие щетинки, прям волосики. Можно прорисовать бровки очень и очень красиво. На сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. А если возникли какие-то вопросы, то ссылки на мои соцсети в описании. Пока-пока!